Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я записываю небольшой подкаст о будущем моего канала. Что на нем будет, что на нем будет выходить и когда это будет выходить. Начну с того, что, как вы заметили, мой канал уже переименовался, а кто смотрел тщательно за моим каналом, заметил, что он несколько раз переименовывался. А для чего это вообще? Я переименовал свой канал, потому что гимми — это, думаю, неподходящее название для моего канала. И к тому же, кому интересно вообще, можете набрать в ютубе гимми просто без мистера. Ну, вы понимаете, почему я переименовал канал. Видео будут выходить теперь часто, так как появится у меня настоящий мощный компьютер. Майнкрафт будет выходить. Буду также выпускать и хоррор-игры. Тут мне захотелось вот пройти Outlast. Надеюсь, пройду его до конца. Ну, меня привлёк что-то. Ну, я буду выпускать обычные хоррор-игры, может, инди-игры какие-нибудь. Инди-хоррор. Буду снимать игры разных жанров. Ну, Sam and Dave туда, и, может быть, раз буду запиливать. Что? Ну, слева вы видите, конечно, мою аватарку на ютубе теперь, которая будет, а справа, естественно, как вы заметили, скин, который я поменял. Ну, естественно, ник на лицензии поменять невозможно, так что пока что я буду оставаться гимми с нижними подчеркиваниями по бокам. Ну, скин, по скину будете отличать типа ник у меня. Думаю, на этом все. И на этом подкаст заканчивается. Я вам говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте свои комментарии. А с вами был Предатор. Теперь я буду называть себя Предатором. Всем удачи, всем пока.